Минувшая весна для Купаленки выдалась напряженной. Коллектив активно помогал стране в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В короткие сроки предприятие смогло перестроить все производственные мощности на выпуск гигиенических масок и повязок. В то время как в аптеках наблюдался дефицит индивидуальных средств защиты, Купаленка предложила их одной из самых первых. Чтобы отшить достаточное количество, отработали дополнительно 6 суббот подряд. За машинки сели не только швеи, но и другие специалисты. Не могу не отметить, что работники предприятия очень серьезно подошли к проблеме сегодняшнего дня и быстро помогли перестроить производство под выпуск масок и повязок. Потому что все-таки задача была поставлена в оперативные, кратчайшие сроки насытить аптечную сеть данным видом продукции. И с этой задачей мы справились. Без нашего коллектива, без работников, без их самоотдачи, самоответственности – мы не смогли бы справиться с этой задачей, за что коллективу нашему огромное спасибо. COVID-19 так или иначе повлиял на работу всей легкой промышленности страны. Страны-партнеры ввели карантин. Там закрылись предприятия по производству сырья, торговые центры, где продается продукция белорусских производителей. Реже стали посещать магазины и местные покупатели. Но, несмотря на это, экспортные отгрузки продукции Купаленки не остановились. Компании-партнеры продолжали онлайн-реализацию изделий солигорского производителя. Есть у предприятия и новинки, которые уже готовы предложить своему покупателю. Художники модельеры Купаленки совместно с отделом маркетинга разработали и внедрили в производство новую коллекцию белья и верхнего ассортимента из текстиля. Для предприятия, которое более 50 лет работало только с трикотажем, это принципиально новое перспективное направление. Мы разработали и внедрили тоже для нас новый вид ассортимента корректирующего белья для женщин. Продолжаем развивать тематику белорусской символики, которая на протяжении последних лет пользуется устойчивым спросом. Мы добавляем в эту коллекцию новые принты, новые виды материалов. Сегодня коллектив Купаленки – это свыше 600 квалифицированных работников. Швеи, дизайнеры, модельеры, конструкторы, маркетологи. Продукцию предприятия знают далеко за пределами страны. Сегодня коллектив делает ставку на сохранение высокого качества и дизайн, а также быструю смену ассортимента. Заказчика сегодня не устраивает массовое производство. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке, Купаленка завоевала своего покупателя и стабильно удерживает его признание. В этот ясный солнечный день хочу пожелать работникам открытого акционерного общества «Купаленка», нашим покупателям, коллегам, партнерам, в первую очередь, крепкого-крепкого здоровья, достатка и любви в семьях, стабильности на работе и побольше радостных и добрых событий.